На часах 13.05. Универсальный формат вас приветствует. В студии Юлия Север. Мы работаем в прямом эфире. Как всегда, наш номер телефона 202-11-22. Звоните, задавайте свои вопросы, ждите розыгрыша призов. Кстати говоря, зачем ждать, когда... Давайте сразу же будем расставлять все точки над «и». Сегодня говорим о музыке с музыкой по жизни. Так звучит тема нашего сегодняшнего эфира. И, собственно говоря, вам хочу задать вот такой вопрос. Точнее, не вопрос, а творческое задание. Внимание на экран. Есть у нас одна интересная фотография, которая связана с музыкой, с любовью к музыке. Придумайте подпись, что бы это могло значить. Ну, что это такое? Объясните нам, пожалуйста. 202-11-22, звоните, свои комментарии, пожалуйста, по этому номеру телефона. Ну и кроме того, работает группа ВКонтакте, пишите, подписывайте. Ну а мы, собственно говоря, прям онлайн будем отслеживать за вашими какими-то интересными комментариями и прям здесь дарить вам призы. Что ж, помогут мне в этом. Не только я буду сама такая единоличная судья и жюри вашим поступкам, но и, конечно же, наши гости. Приветствуйте. Это группа НАН. Всех поименно представляю, как всегда, по традиции. Сергей Абросимов, лидер группы. Вокал, гитара, слова и музыка. На этом человеке лежат. Здравствуйте. Рядышком со мной Антон Ветров, гитара, бэк-вокал. Привет. Напротив меня, опять же, на диванчике Александр Буданов, бас-гитара, клавиши, бэк-вокал. К сожалению, сегодня, да, на импровизированных клавишах будет играть, но все равно поддержит морально. Давайте немножко поиграем, да. Хорошо. Ну и, думаю, человек, которому отведена очень важная роль, потому что это менеджер группы. Потому что он не умеет играть просто инструменты. Отлично. Артур Бетрединов, правильно? Все правильно. Фамилию угадала. Да. Ну, для начала, чтобы познакомить телезрителей с вашим творчеством, для тех, кто знаком, потому что вы уже неоднократные участники нашего эфира, чтобы напомнить вам им о вашем творчестве, давайте посмотрим небольшой сюжет. Чувствовать тебя.
музыкой по жизни. Так звучит тема нашего сегодняшнего эфира. Группа «Нан» в гостях. Ну и, собственно говоря, давайте с вами раскрывать секреты, которые уже не являются секретом. Mm-hmm. Почему собрались мы сегодня? Почему? Ну и какое мероприятие, собственно говоря, анонсируем? Анонсируем презентацию альбома. Соответственно, вот 17 октября произойдет событие, к которому мы очень долго готовились. 3 года и фактически шла подготовка. Да, кстати, продолжаем готовиться еще. Вот как раз, допустим, завтра будет дописана там песня одна, и она, соответственно, тоже будет уже презентована. Вот. Будем презентовать альбом, к которому готовились 3 года, который изготавливали 3 года, на котором работали 3 года. Вот. Соответственно, 17 октября мы его презентуем, и после этого он начнем работу над 3-м альбомом. Слушайте, 3 года для альбома, это вообще как срок, я имею в виду музыкальной индустрии, потому что ну, некоторые мы сейчас смотрим, они штампуются практически год за годом, 3 года это большой срок действительно? Либо три года это чуть-чуть больше среднего, больше так среднего. Скажем, с учетом того, что многие группы выпускают альбом, например, там 7 песен, 9 песен, то есть у нас классический набор 12 песен в альбоме, то есть если, допустим, первый альбом мы готовились, то есть большая часть песен была уже написана до этого, и мы записывали по факту 1,5 года его. Угу. Вот второй альбом мы, получается, готовили 3 года, но из него, то есть много новых песен, много свежих вещей, которых не было раньше просто. Ну, собственно говоря, поэтому такое время и заняло. Как правило, группы, которые начинают работать, то есть несколько, ну, периодически выпускают раз в 3 года, а потом начинается чаще, то есть раз в 2 года, раз в год, то есть постепенно это растет, потому что, ну, опыт, практика, наработанные все вот эти вещи. Хорошо, собственно говоря, 17 октября ожидается концерт через месяц. Ровно. Да, есть время, чтобы подумать нашим телезрителям, куда отправиться через месяц. Есть время, чтобы отложить какие-то дела, моменты. Но я так понимаю, то, что сейчас такая самая мобилизация, да, у группы. Правильно? Да, это конечно, точно, да. Либо наоборот, уже все сделано, и этот месяц надо отдохнуть, там, не знаю, желток попить для связок и так далее. Нет, нет. На самом деле здесь не до отдыха. Еще и в Москву поездка предстоит 1 числа. 1 октября, вернее, туда едем, 2 выступления. Между прочим, если... Кому-то интересно, 2 октября в Москве на 120-летие Сергея Есенина, день рождения, будет выступление у нас в клубе «Театр». Совместно с группой «Шесть океанов». Совместно, да, с группой «Шесть океанов». В поддержке. Поэтому здесь и плюс и подготовка, плюс и концерты, которые еще надо готовиться. То есть этот месяц не реабилитация, не отдыха, да? Наоборот, не мобилизация. Наоборот, да. Наоборот, мобилизация. Самая активность как раз сейчас проявляется и... Вспоминаем все, что не успели еще сделать. Да, осталось, да, быстрее, быстрее. Хорошо, ну, как уже было сказано, что в новом альбоме, ну и, собственно говоря, на концерте будут звучать новые песни. Я так понимаю, что как раз сейчас в студии зазвучит одна из, да? Давайте небольшую ремарочку, что за песня, когда дата рождения у нее? Ну, дата рождения у нее фактически записана, она... Получается, неизвестная когда? Дата рождения. Да зачем? Нет, она в прошлом году. Вот, я просто дату точно не помню. Забытая песня, когда мы записали. Да. Все забыли про нее. Нет, в 2013 году она была уже. А помните, есть у нас. Нет, такая в 2013 году мы ее на сингл мы ее презентовали, она была в сингле. Угу. Вот, соответственно, сейчас мы ее хотим исполнить. Давайте. Этажей до расставания, 7-е небо, остановка в пути. Мы произносим с тобою признание в самой крепкой и теплой любви. Ночной звонок по телефону, я не умею с тобой говорить. Я за окном твоим ловлю свободу, чтобы тебе ее подарить. А я стоял и мог, смотрел в окно, не видел света, но тебе верил, что ты откроешь для меня его. И время каплями мерил. Thank you.
по итогам жизни прошлой ангелы решили нам подарить то, что названо правильной дорогой, солнцу помогли на нас светить. Не нужно клятв и обещаний, хватит слов, я верю тебе. Люблю встречи, но не расставания, поэтому ты часто видишь меня во сне, как я стоял и мог, смотрел в окно. Не видел света, но тебе верил, что ты откроешь для меня его, и время каплями мерил. Спасибо большое. Что ж, нашим телезрителям хочу напомнить, что сегодня мы разыгрываем множество призов. Давайте перечислять буду какие. Это, конечно же, билеты на киноспектакль «Любовный напиток», который состоится 22 сентября в киновертикале. Это билеты на концерты Волжского хора, который состоится 21 сентября в Самарском театре оперы и балета. Ну и, конечно же, билеты на концерты группы «Нано», ну и, я так понимаю, альбома, диска, да, который... К сожалению, это первый диск, это первый потому что диск. Пока нет. Угу. Пока презентация, она все-таки будет презентация реально. Хорошо. Ну, собственно говоря, с творчеством можно познакомиться. Все, что нужно для того, чтобы получить один из этих подарков, собственно говоря, дозвониться к нам в студию 202-11-22, ну и рассказать, что же это может значить. Вот, пожалуйста, какую-нибудь такую смешную, быть может, четверостишье, подпись к этой фотографии. Ну и, конечно же, группа ВКонтакте, напоминаю, для вас работает, открыто. Заходите в группу «Универсальный формат». Первая запись на стене как раз связана с моим вопросом. Вот этот же человечек в костюме и с трубой у нас изображен. Можете какие-то свои комментарии, какие-то интересные оставлять. Кстати говоря, ну вот я вижу здесь, что саксофон, да, труба. У вас состав тот же, я имею в виду по музыкантам, по инструментам, либо есть какие-то, не знаю, быть может, интересные, опять же, проекты совместные? Кстати говоря, да, есть. Есть. Есть маленькие хитрости, да. Нет, ну они не маленькие, они достаточно большие и даже не хитрости, я бы сказал. Основной состав группы остается как бы прежним, 4 человека. Но сейчас на записи мы стараемся привлекать уже дополнительно других музыкантов с электроникой, плюс привлекли вот девочку, бэк-вокал хороший. То есть, в принципе, будет интересно. Угу. Ну, вот как раз, да, то есть вот, в ближайшее время будет презентовано 2 новых песни, и они как раз, так скажем, уже в новом формате сотрудничества. То есть мы сейчас сотрудничаем с такой студией и конкретно с аранжировщиком очень хорошим самарским, Денис Попов. Вот отличный парень, отличное сотрудничество. И, собственно говоря, результаты в ближайшее время, я думаю, вы все услышите уже. Услышите, увидите. Да. Может быть, даже удивитесь немножко. Мягко говоря. Я думаю, что песни, те, которые мы сейчас начинаем делать, они головы на 2 выше того, что мы делали раньше. Ну, формат тот же? Формат тот же, но просто качество. И универсальный формат. Просто качество звучания и качество, так скажем, аранжировок, оно значительно выросло. Связано ли это с тем, что в группе у вас новый менеджер? Конечно, в том числе. Связано. Ну, Артур, давайте делитесь своим творческим, каким-то такой творческой биографией. Как познакомились с ребятами, как вообще решили взять на себя ответственность менеджера группы? На самом деле ничего не решалось, оно просто как-то само пришло. Упало. Мы уже не первый год, в принципе, знакомы, да, и как бы активно общались, и на этой как бы теме в музыке это все шло как-то само собой. Тут был человек-менеджер, который, в принципе, все устраивал нас в группе, группу как менеджер. Угу. Но так вышло, что ему пришлось как бы
отстраниться от отдел. Ну и как само по себе произошло, что интересы наши совпали, я как раз в этой сфере, у меня тоже, в принципе, все как бы от души идет. Угу. Вот на этой теме и... То есть как раз вы один из тех счастливчиков, который совместил работу, да, хобби, можно так сказать, я один из тех счастливчиков. Приятное с полезным. Да. Приятное с полезным совместил. Ну, не серчайте на него. Кого? Нет. Я имею в виду, нет, все нормально, да, все нет, справляется своими обязанностями. Конечно, конечно. У нас все достаточно, у нас в первую очередь все построено на дружбе и на хороших отношениях в коллективе, поэтому здесь... так скажем, каких-то недовольств. Если у нас есть недовольство, мы прям сразу говорим в лоб. Да? Просто у нас такое не все заведено. Просто. Мы за сердцем не носим ничего. Ну, я так понимаю, что в вашей группе помогают, сотрудничают с вами множество еще творческих людей. Это и, опять же, как вы сказали, аранжировщик, это и видеооператор, да, про который конечно. Мы поговорили. Конечно, видеооператор Артем Ильин. Очень нам помогает, здорово делает видео хорошее. Есть и фотограф, есть и... Креативный дизайнер. Креативный дизайнер. Очень просто. Абросимов Николай, это мой брат родной. И в этом отношении, то есть у нас совпало тоже, очень хорошо делает дизайн. То есть вот те же самые билеты, те же самые афиши, то есть все это дело его творчества. Опять-таки, обложка альбома и первого, и второго, все. То есть эксклюзивно работаем только с ним по факту. Хорошо, то есть то, что мы видим на сцене, то, что мы видим в клипах, в таких каких-то да, лайв-клипах, это не только работа четырех человек, которые на сцене, это работа конечно. Множества, большой команды. Целая группа работы. Давайте как раз да. одну из таких работ оценим. Давайте посмотрим небольшой сюжет, большой видеоклип. Угу. Чистый, прозрачный, но я одним очень сильно грешу. Адреналин, мурашки по телу, сознание свободы я не упущу. Сделать то, что никто бы не сделал, моя слава, я это люблю. Поставить цель, чтобы трудно поверить, пути легко ее сбить. Адреналин по моим венам я не могу, ну никак отдыхает. Я знаю точно, мой вкус не для всех. Я радуюсь жизни, меня это сдвигает. И пусть между нами будет этот секрет. Адреналин, мурашки по телу, сознание свободы я не упущу. Сделать то, что никто бы не сделал. Я это люблю. Оставить цель, чтобы трудно поверить, в процессе пути легко ее сбить. Адреналин по моим векам я не могу, ну никак упустить. Знамя свободы я не упущу. Сделать то, что никто бы не сделал. Моя слабость, я это люблю. А-а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 -
что ж, универсальный формат продолжает радовать вас творчеством группы «Нам». 202-11-22. Напоминаем, телефон нашего прямого эфира. Звоните, придумывайте комментарии к фотографии, получите либо билет на киноспектакль, либо билет на концерт Волжского хора, либо билет на концерт «Нам». У нас, кстати, есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Елена. Елена, очень приятно. Вы вообще у нас с музыкой как? На «ты»? На «ты». Вот впервые вижу, только до вашей передачи на финалы. Угу, хорошо. Очень понравилось. Очень понравилось. Но это хорошо. Да. Собственно говоря, суть нашей передачи в этом и есть, чтобы знакомить, радовать творчеством самарских групп, наших самарских телезрителей. Давайте с вами придумывать какую-то подпись, интересный комментарий к фотографии. Что-нибудь давайте нам такое. Ну, если какой-то там суд, значит, четверостишие. Давай. Я не знаю. Ну вот, можно придумать такое. Я так трубу дудел, что над землей подлетел. И такой раздался звук, что все ахнули вокруг. Слушайте, это что-то смешное вообще. Мы тут все, конечно, вас поздравляем, Елен. Обязательно будем за эфиром придумывать, что вам подарить, потому что у нас целый список подарков за эфиром. К вам дозвонимся обязательно, ну и сами будете выбирать. Хорошо, договорились с вами? До свидания, Елена. Что ж, дорогой телезритель, но если ты такой же активный, творческий и не боишься что-то высказать такое креативное, вот и удивило так удивило. Давай, придумывай надпись, комментарий к этой фотографии и получишь свои призы. Что ж, ну а мы давайте продолжаем разговаривать о творчестве, о жизни, пофилософствуем немножко, о концерте. Концерт состоится 17 октября. Собственно говоря, да, знаем, что вы сейчас уже в таком режиме мобилизации, режиме нон-стоп. Все-таки, что ожидать зрителю, который уже был на ваших концертах нового, кроме новых песен? Ну, кроме новых песен... Новая обстановка. Новая обстановка. В любом новая обстановка. Новый лучший звук будет. Это точно уже мы проверяли. Ну, новые песни, понятное дело. Кстати, собственно, говоря, трубача сейчас подыскиваем. Нужен атмосфера трубач. Нужен трубач. Трубач. Вот этот подойдет. Вот этот вот этот подойдет. Самое главное, это мы дадим новую энергетику, новую атмосферу. И, как всегда, на наших концертах будет только позитив, только радость, веселье. Ну и, собственно, всем нашим, так скажем, да, поклонникам хотим сказать, обязательно приходите. Вы просто, если не придете, пропустите мега-события в этом году. Поэтому всех ждем, будем очень рады всех видеть. Что ж, мы ждем звонок в нашей студии, который как раз у нас и есть. Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Ольга, очень приятно. Ну, давайте мы с вами будем креативить. Пожалуйста, фотография, пожалуйста, ваш какой-то комментарий. Что же это может быть? Музыкой по жизни я летаю, стать счастливым я мечтаю. Ух ты! Закон, мой брат и друг, не прекрасней все вокруг. Слушайте, у нас тут прям поэты. Мне кажется, они вместе сидят. Спасибо большое, Ольга. Ну, вы слышали наши призы. За эфиром вам предстоит сделать нелегкий выбор, что же это может быть. Либо киноспектакль «Любовный напиток», либо киновертикаль, который пройдет в киновертикале, либо концерт Волжского хора, либо концерт группы «Нан» вместе с диском. Поэтому позвоним вам обязательно после программы и уточним, что же хочет у нас Ольга. Если, я так понимаю, вдруг у вас придет когда-нибудь, а все может быть, творческий кризис с текстами, пожалуйста, наши телезрители вам помогут, вы можете записывать. У нас есть волшебная розетка, откуда мы черпаем свою информацию. Плюс у нас еще есть 2 миллиона написанных песен, которые мы еще просто записали. Ну да. 2 миллиона, конечно, перебор, но на альбомчик еще хватит. Слушайте, прям действительно настолько в запасе уже есть. А как-то получается так все время, что мы пока делаем вещь, пока ее записываем, пока над ней работаем, получается Сергей так, что я пишу еще песни просто, и все. И у нас некоторые вещи, собственно говоря, тоже как раз хотел добавить к ответу Александра, что будет на концерте. Будет на концерте, да. Помимо презентованных песен, помимо тех, которые войдут в альбом, я думаю, что будет презентация, ну, как минимум, еще одной песни, которая вообще еще нигде не звучала ни разу. Вот это помимо этого. И еще, но все-таки все, кто хотел собраться, то есть там будет очень позитивная атмосфера. Обычно у нас, так скажем, такие мероприятия проходят нечасто. И вот собирается большое количество людей позитивных, и всех, кто хочет и любит творчество группы «Нан», соответственно, будут там, это будет, ну, действительно позитив. Уже такая братья. Да, 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 можно сказать, такая прям... У нас, секта. Я говорю, мы только... Не секта, да? Не надо пугать такими словами. Да.
Ну вот даже элементарный факт просто того, что вот выставили на бронь столы, и буквально за два дня все столы практически разобрали. Осталось только там три стола, которые в самом сзади, вот, и угу. сейчас вот их, и ты тоже уже есть да. охотники. Претендент. Так, давайте принимать звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Не слышно ничего. Здравствуйте. Здравствуйте, как зовут вас? Алло. Алло, мы вас слышим. Да, меня зовут Виктор. Виктор, очень приятно. Виктор, ну, скажите, пожалуйста, хотите принять участие в нашем конкурсе? Мы сегодня придумываем какую-то интересную подпись к фотографии. Да-да-да, я хочу. Давайте, слушаем вас. Так, у меня такой вариант. Ангел вдруг в душе запел, не заметил, как взлетел. Слушайте, спасибо вам большое. Я так понимаю, что кто-то там рядом вам подсказывает. Супруга? Супруга подсказывает? Супруга. Ну что ж, супруги, привет. Я думаю, вдвоем отправитесь вы на какое-либо из мероприятий, которые мы вам предлагаем. Спасибо большое. За эфиром с вами свяжемся и все конкретно вам расскажем, какой же приз вам достается. Вот так вот. Точно не втроем сидят. Ну, навряд ли втроем сидят. Хотя, кто знает, все билеты решили забрать себе. Так, хорошо, заговорились мы, мне кажется. Все-таки группа «Нано» пришла к нам для того, чтобы своим творчеством поделиться. Готовы что-то новое? Да, конечно. Тоже песня пойдет в альбом. Называется она «Ценник». «Ценник». Да, оригинальная очень песня, я думаю. Актуальная. Актуальная и оригинальная. Обложка, этикетка, ценник и штрих, аренда, покупка книжек трудовых, средняя стоимость жизни раба меньше миллиона долларов, а ты за сколько готов продать свою жизнь? Сколько стоит взять тебя на месяц в аренду? На сколько лет готов ты контракт выгодный заключить? Продать свое время рабовладельцу? Вроде отменили, нет больше работ. Работниками стали, но не сняли окон. Резюме, зарплата, ценник и штрих. Все вида изменилось, но осталось достиг. А ты за сколько готов продать свою жизнь? Сколько стоит взять тебя на месяц в аренду? На сколько лет готов ты контракт выгодный заключить? Продать свое время рабовладельцу? Покупка книжек трудовых, средняя стоимость жизни раба меньше миллиона долларов. А ты песня, и в связи с этим, с этой песней, хочется задать вопрос. Вы к своей работе, к творчеству группы относитесь все-таки больше как к работе, либо как к хобби? Я отношусь к своему творчеству как к работе номер один.
Вот. Mm-hmm. А есть, так скажем, работы, которые поддерживают, так скажем, жизнь, так скажем, для еды, для, mm-hmm. ну, грубо говоря, прожиточный минимум. Да, прожиточный минимум, элементарные вот эти вещи какие-то. Вот. А основной упор и основной настрой на то, что вот это номер, работа номер один. Все-таки работа. Да, поэтому да. С профессиональной точки зрения когда, подходите. Мы когда собрались изначально, я сразу сказал, ребята, хобби не будет. Никакого хобби, никаких ориентиров на хобби вообще никак. Это не так, в гараже собраться, поиграть? Угу. Нет, нет, ни в коем Антон, случае. Правда? Тоже? Конечно, правда. Попробуй это скажи по-другому. Скажем по-другому. Боюсь, я отсюда не выйду. Не выйду я на сцену 17 октября, да, в этой составе группы. Это основная работа, и ничем мы больше не занимаемся. Ну, я так понимаю, Александр тогда подтвердит. Ну, конечно. Конечно. Так, хорошо, ладно. Мы занимаемся, конечно, другими вещами, просто дело в том, что, как бы, ну, здесь вопрос именно о приоритетах, ну, да, я поэтому и задала вопрос, то это хобби или работа? Работа, ответили мне ребята. Что ж, есть у нас еще один счастливчик, быть может, станет счастливчиком, который выиграет какой-то из призов. ВКонтакте отписался... Следующие строчки, Вячеслав. «Серенаду я играю, руку сердцем предлагаю. Я мечтаю на лету уговорить свою звезду». Вот так вот подписал он эту фотографию. Видимо, влюбленно настроенный Вячеслав решил, быть может, сделать предложение среди, посредством телеканала «Самаргиз». Ну, не знаю, трубе, либо своей звезде, как он нам говорит. Что ж, давайте посмотрим с вами клип. Остался у нас в запасе еще один. Mm-hmm. Смотрим. Ну, а с вами, наверное, я уже прощаюсь, потому что навряд ли вас увидим mm-hmm. уже после выхода клипа. Конечно, желаю вам творческих успехов. Спасибо. Ну и супер-пупер клевой публики, которая зарядит вас своими эмоциями на концерте. Спасибо. Смотрим спасибо. Клип. Thank you.
дорогие телезрители, сегодня знакомили вас с творчеством группы «Нан». Напоминаю, что 17 октября все мы вместе встречаемся на их концерте в Red Hall. Правильно? Да? Они мне подмахивают, говорю вам. 17 октября встречаемся все на концерте, следите за их творчеством. Что ж, ну а если подводить резюме нашего сегодняшнего эфира, назывался он «С музыкой по жизни». Действительно, мне кажется, то ли вы занимаетесь музыкой профессионально, либо это хобби, просто всегда в душе. Пусть вас играет музыка. Пока-пока!